Music Box. Меня зовут Вячеслав Ловчиков. Это прямой эфир. Обычно в начале каждого эфира я задаю какую-то тему, привязываясь ко дню, недели, либо же к каким-то текущим событиям, дабы потом от этой темы отталкиваться. Сегодня я сделаю исключение, потому что у нас тема образовалась сама по себе, и она более чем самодостаточна. Эта тема – наш сегодняшний гость. Человек интересный, человек с очень насыщенной биографией. Поверьте мне, будет весело и увлекательно, поэтому предлагаю не терять ни секунды, смотрим клип и начинаем. Поехали! Я бы мог тебя и не знать, мог с другой блондинкой встретиться, песни было кому писать, ни одна звезда в небе светится. Надеешься, я тебе не закатывал сцен, потому что куда ж ты денешься? Тех, кто был у тебя, я прощу, и назло другим композиторам до сих пор твоей жизни гащу, пассажиром твоим транзитным я. Телеканал Music Box, прямой эфир. У нас в гостях гость, композитор, певец, продюсер, поэт, просто замечательный человек Виктор Чайка. Ваши аплодисменты и наше традиционное рукопожатие. Да. Здрасте. Туда я говорю, да? Здрасте. Туда, вот, да. Там наш зритель. Здрасте, всем привет. Многомиллионный. Смотрим и улыбаемся. Улыбаюсь? А чё? С чего бы начать? Я сказал, да, вот, пожалуй, тот самый случай, когда у нас впереди, друзья, не целый час, а всего лишь час. Да. Нужно постараться успеть сделать много. Давайте начнем. Как лето прошло? Вообще, в этом году я нетрадиционно мало куда-то ездил, был в основном в Москве. Обычно много, да, отдыхаете? Обычно, да, я очень много, я обожаю. Вообще, я люблю передвигаться за солнцем. Вот солнце идет, где тепло, туда двигаешься, двигаешься. Ну, это очень, это хитро, очень хитро. И у меня еще была такая манера брать билет в один конец. Ну, если есть куда-то отдыхать. Просто когда ты берешь сразу обратно, ты все сразу ограничиваешься. Точно полетишь. А так мы летим, а в дальнейшем подумаем, хотим мы назад, конечно. Не хотим, да? Мы почему думаем, что это дешевле сразу купить или как-то нас стабилизирует? Нет, есть какие-то реперные точки в жизни, которые, ну, нельзя обойти. Новый год, например, или свой день рождения. А все остальные, они же двигаются. Но если ты прилетел куда-то, и там хорошая погода, солнце, зачем тебе возвращаться? Там где-то там снег идет или дождь. Как вкусно вы рассказываете. У нас уже завязался диалог. Друзья, присоединяйтесь. Звоните по телефону 276-2949, код города Москвы 495. И пишите сообщение в нашу официальную группу ВКонтакте. Виктор, получается отдыхать-то, да, я так понял? Или вы летаете и по работе в том числе?
Не, ну я же, конечно, много летаю по работе. По работе, да? Да, сейчас вообще, конечно, так мир очень стал маленький, ну, за счет того, что интернет есть, и поэтому можно работу раскидывать по всему земному шарику. И если раньше надо было привязываться к одному месту, сейчас это делается легко. Вы так сказали, земной шарик, а вот есть люди, кому планеты мало, да вот вы относитесь к их числу или как? Да нет, я вообще нормальный человек, но просто шарик вот действительно земной, он очень маленький. Реально маленький. Вообще, когда ну, какие-то глобальные проблемы, как это фигня. То есть хотелось бы, чтобы была необъятная планета, чтобы ее вот не исколесить никогда. Ты знаешь, я иногда смотрю, ну что на ты, да? Вот ну, я конечно. Смотрю иногда на Луну. Нет, я-то с вами на вы, на потому Луну. Что она где ведь... я и где вы. Ну, на Луну. На Луну. Она ведь, она далеко же находится, 300 с чем-то тысяч. Она же какая. Ну, пешком дойти сложновато. Многие пробовали, но не у многих получилось. Да и не у всех долететь получается. Опять же. Получается, да. А на самом деле, а ведь она как на ладони, как рядом. И тебе кажется, что вот чуть-чуть стоит сделать марш-бросок, и ты будешь на ней. Все здесь, все здесь. Да вы романтик. Я, конечно, романтик, я только и живу романтикой. Наверное, поэтому музыка, творчество. Не столько музыка, творчество. Вообще, у меня вот вся моя жизнь — это творчество. Вообще вся жизнь. И с чем бы я ни занимался, я стараюсь заниматься творчеством. То есть неважно, будь то что-то в быту, будь то что-то в профессии, я тебе скажу честно, это же когда посуду мою, это делают так, яичницу готовлю, так творчески. Вкусно? Ну, мне очень нравится. В гости позовете? Позову. На яичницу? Конечно. Потому что можно... уже прожит не зря, я получил обещание. Ну, конечно, у меня арбузом накормили здесь. Ну, некая лаверды. Виктор, вы вот, я знаю, еще в школьные годы, да, увлеклись... Музыка, музыкальная школа, скрипка, вот позднее коллектив свой, да, уже создали, да, в старших классах. У меня шанса не было, это был вопрос, да? Ну это не вопрос, там вопросительного знака не было, у меня с интонациями проблемы, вот, но это вопрос. Не было, меня взяли за ручку в 6 лет, и папа, и отвел на музыку, и все. А вот папа у вас, если память не изменяет, врач, хирург. Да, хирург, да, к сожалению, его уже нет со мной. Но он до войны играл на скрипке, он тоже был музыкантом, потом была война. Ну, после войны уже, конечно, он выбрал профессию мирную. Он артиллеристом прошел войну, он успел закончить артиллерийскую. И, естественно, сначала был старший брат, его сначала повели, но ему повезло, у него слуха не было. А потом появился я. Это тот редкий случай, когда если нет слуха, это можно считать везением. Ему повезло, он закончил мехмат, и поэтому... Нормальный человек. Живет. У вас, кстати, абсолютный слух, вот есть понятие. Не абсолютный, да. Абсолютный это как? Вот и мне не верят, нашим телезрителям. Виктор, вы знаете, вы такой плохой человек, вы нам должны 100 рублей. А я ничего не слышу, у меня абсолютный слух. Это очень выгодно. Слышу избирательно. Избирательно, то есть информацию получаем, хотим, отвечаем, хотим, нет. На самом деле, абсолютный слух — это большое наказание. Потому наказание? Что, да, потому что я абсолютно точно, мне очень тяжело жить, это я сейчас говорю уже серьезно, не ерничаю. Я очень точно слышу интонацию вранья, к сожалению. Потому что, я сейчас напрягся. Если ты его не слышишь... Я поэтому спокойно отношусь к комплиментам, к каким-то вещам. И когда кто-то выступает по телевизору или мне кто-то говорит, я очень точно слышу интонацию, куда она уходит, вверх, вниз. Это вот свойство абсолютного слуха. И я как-то не очень люблю поэтому слова, я больше дела люблю. Ну вы, я знаю, начинали как музыкант. Да. Собираюсь закончить когда-нибудь как музыкант. Нет, ну просто потом вы начали петь. Просто это произошло, если память не изменяет, в 93-м году. Нет, петь-то я начал еще в школе. Я зарабатывал с 3 лет себе пением. С трех лет? Рассказываю быстро, в двух словах. Я жил в Одессе, родился в Одессе. Такой есть город потрясающий. Мы знаем, конечно. Да, к сожалению, сейчас его знают уже с другой стороны, там, с трагическими событиями. Но ведь город уникален, другого такого в мире нет. А папа у меня писал диссертацию и работал в туберкулезном санатории как врач под Одессой, ну, Затока, неважно. Это было 2 часа езды на электричке. И бабушка меня возила на субботу-воскресенье, папа жил с мамой, естественно, и с старшим братом там. Я в электричке пел, такие были песни, «Бухенвальдский набат», «Если не бы парни всей земли». Это Магомаев же, да? Да, «Хотят ли русской войны». Я пел, ну, маленький мальчик, я по телевизору слышал, пел. А в Одессе, на Украине, народ, он же добрый, сердобольный. И когда ты приезжал, мне говорили, тут яблочки какие-нибудь, там конфетки, бублички. То есть я зарабатывал себе на хавку вкусную, сладкую, в отличие от этих сверстников, уже в полном порядке. Я 3-4 года уже понял, что если ты им набираешься наглости и говоришь, а давайте я вам спою. То есть пока все остальные 3-летние дети ели песок в песочнице. Мама, я хочу мороженое, я сам говорил, давай я спою, получал мороженое.
Я понял это в детстве, что... Но это сильно. Прояви чуть-чуть наглости, запомни слова с музыкой и спой, и тебя благодарят. Так ты делаешь. А в Дед Мороз верили вообще? Или нет, до сих пор верю. До сих пор? Это я сейчас, получается... Я у меня в этом году имел разговор спалил. С дочкой, да, и уже 11, ну, с младшей, и мы обсуждали Деда Мороза. Угу. Я вот верю до сих пор. Но почему бы нет? Вот почему я должен себя убедить, что его нет, что это дядя какой-то с бородой? Может быть, я просто не встретил, он где-то есть, а я вот, ведь мы же знаем, говорит, я встретил настоящую любовь, а раньше ты встречал не настоящую любовь, правильно? Это примерно как свежесть первая, вторая, да? Ну да, или говорят, я придумал термин когда-то «дитя порока», вот это я это придумал, потому что любовь может быть чистой, потому что грязной любви не бывает, это говорю я, дитя порока. Но грязной любви действительно не может быть, любовь, она не может быть грязной, это все что угодно, но только не любовь тогда, если она грязная. Так и здесь. Может быть, мы просто еще не встретили каждого своего Деда Мороза, где-то ходит. Только надо встретиться и все. Как я вам завидую. Как бы я хотел верить до сих пор в Деда Мороза. А в чудеса, в принципе, вот вообще в целом верите? Послушай, ну жизнь это вообще чудо. Вот то, что мы вообще вот встретились, вообще то, что происходит, сейчас буду философствовать, это вообще чудо. Поэтому... Это здорово, потому что это... большинство людей какие-то вот прагматичные, все вот материальные. Вот ты понимаешь, что вот это звезды, которые мерцают, это какая-то гигантская штука, где-то дико далеко. Ты в это веришь? Значит, ты веришь в чудо. Ты же это никогда не увидишь. Mm-hmm. Мы вообще верим в чудеса. Мы сами себя пускаем. Нам кажется, что вот в руки взял, попробовал, тогда поверил. А на самом деле мы удивляемся все время. И как только человек перестает, начинает хмыкать, ныть, вот, а все, конец. Я верю. Я верю в то, что звезды кто-то повесил, и они мерцают. А я не хочу знать, что это какое-то колебание воздуха там и прочее. Mm-hmm. Не хочу в это верить. Это кто-то придумал, и кто-то зажег. Для меня. Сильно. Вернемся в 93-й год. Ваш первый, скажем так, первый выход на большую сцену как певца. Да. Почему не хотелось до этого? Потому что уже была неплохая карьера. Вы уже писали Глызину, я знаю, на тот момент. Я вообще уникальный человек в нашей стране. Потому что прежде чем писать песни, начать, я вообще никогда... Я играл в великих группах, я забился всего, что только мог, как инструменталист. Практически такого не бывает. Из того, что я знаю, Арсенал, веселые ребята. Вообще попасть к Алексею Козлову в Арсенал в Советском Союзе, это было, не знаю, как сейчас попасть... На Луну. МГИМО на бюджет. Может быть, даже сложнее. Но вам-то насчет МГИМО виднее, да? Потому что если... Да, я знаю. Если я не ошибаюсь, Алексей, сын ваш, да, закончил? Да, да. Он поступал в МГИМО, он еще закончил юридическую академию и дипломатическую академию. Так что насчет... образование, все хорошо знаю. А вот ваша песня «Мона Лиза». Угу. «Мона Лиза». Там же Алексей принял какое-то участие. Да, я вообще всегда люблю, чтобы мои близкие всегда очень принимали. Это его желание было или вот... Нет, это было так, быстро расскажу, потому что это очень интересно. Игорь Крутой мне как-то дал текст, говорит, вот хороший текст, вот стихи. Поэт не знаю, вот несколько человек пробовали. И не получилось. И я посмотрел, текст написан, «Мона Лиза», стихи. Ну, они были не совсем такие, я их чуть подделал, ну, там как бы, и написал песню. И меня никто не берет, потому что там сложный текст. И я понимаю, что песня хорошая, никому не могу предложить. Все слушают, ну, говорит старик, как Пол Маккартни съест туда, как бы. Хоть предлагает. Знаешь, да, эту историю? Всем предлагал, и никто, Леннон вообще категорически отказался, вообще никто не брал. И мне ничего не осталось, как ее спеть самому. Я, в принципе, с этого начал. То есть, получается, вынуждено все это? Да, и Тигран Кесаян решил снять клип на это дело, тоже с подачи Игоря. Но на первый день съемок он меня не позвал. Взял моего пацана бедного, ему тогда было лет 11, наверное. И было холодно, постриг его. Господи, боже мой. И чтобы он, более того, он говорит, я приезжаю, он говорит, ты знаешь, твой парень так любит Кока-Колу? Я говорю, ну, в принципе, все дети любят Кока-Колу. Здесь смотрю, ничего удивительного. А смотрю, от Лешки моего как-то такой запашок. Оказывается, он ему чуть-чуть коньячку туда добавлял в Кока-Колу на съемках, чтобы холодно. И смотрю, к пятому-шестому дублю. Может быть, и не в Кока-Коле дело, да? Моего парня. Видимо, что-то другое. Но он зато потом получил гран-при в Белграде на фестивале как за исполнение. Ну, не увлекла его это вот... Стезя, он да, со мной вот, пел, я ему когда-то объяснил, Леш, ты понимаешь, очень важную вещь, еще раз скажу, я сегодня буду философствовать много. Артистическая профессия, это я уже как пожилой такой артист, буду молодым говорить. Стоп, давайте мы об этом поговорим, поскольку заговорили о Моне Лизе, мы посмотрим клип Виктора Чайки «Мона Лиза». Клип получил гран-при, я уже говорил, да?
Я душа был спокоен вполне и считал Божьей милостью это. Только вдруг итальянка с портрета улыбнулась загадочно мне. Из забытых пророческих снов появилась она в этой раме. Океаны веков между нами, да вот нет у меня парусов. Мона Лиза, Дель Джаконда, как я звал тебя с причала. Ты мне нежно отвечала мягким бризом с горизонта. Мона Лиза, Дель Джаконда, пусть моей ты не стала. Ты всегда меня спасала, нарушая все законы. Мона Лиза. Злословию и бренью. Каждый день она ходит к обедни, благородна, чиста и мила. Говоря от ее красоты, уж давно ничего не осталось. Я не верю, что мудрая старость осквернила такие черты. Мона Лиза, Дель Джаконда, как я звал тебя с причала. Ты мне нежно отвечала мягким бризом с горизонта. Мона Лиза, Дель Джаконда, пусть моею ты не стал, ты всегда меня спасал, нарушая все законы. Мона Лиза. В уголках ее ласковых губ запечатана вечная тайна. Мне она приоткрылась случайно, но всего я понять не могу. Может быть, в недоступном раю мне она назначает свидание и прощает мое опоздание и былую неверность мою. Мона Лиза, Дель Джаконда, как я звал тебя с причала. Ты мне нежно отвечал мягким бризом с горизонта. Мона Лиза, Дель Джаконда, пусть моею ты не стала. Ты всегда меня спасал, нарушая все законы. Мона Лиза. Мягким бризом с горизонта. Мона Лиза, Дель Джаконда, пусть моею ты не стала. Ты всегда меня спасала, нарушая все законы. Мона Лиза, Дель Джаконда, как я звал тебя с причала. Ты мне нежно отвечал мягким бризом с горизонта. Мона Лиза, Дель Джаконда, пусть моею ты не стала. Ты всегда меня спасала, нарушая все законы. Мона Лиза. Прямой эфир телеканал Music Box. Собственно, вот та самая Мона Лиза, которая получила, как сказал Виктор, гран-при. В Белграде, да. Это Югославия когда-то тогда. Югославия. Тогда Югославия. Друзья, напоминаю, звоните 276-2949, код города Москвы 495, и пишите к нам в официальную группу ВКонтакте, задавайте вопросы нашему гостю. Теперь будем философствовать. Да. Алексей не увлекся темой музыки и пошел... Нет, он, конечно, увлекся, как любой пацан, нормальный, кто ж не увлекся, он там рэп, он меня подсаживал на какую-то рэп-музыку. И, конечно, когда... Я ему объяснил такую вещь, что сцена, так магия сцены устроена таким образом, что вот если я выступаю на сцене, да, вот у меня полный зал, стадион, дворец спорта, а ты, и вдруг у меня что-то с микрофоном, если ты просто бежишь помочь мне поправить микрофон, у тебя уже хоть один поклонник есть. Вот поклонник твой, который человек думает, вот это круто, вот это жизнь, микрофоны поправляешь, артист. То есть так устроено. Просто твое появление, но для того, чтобы из поклонников, чтобы это стало смыслом твоей жизни, ты должен эту жизнь, свою жизнь посвятить этому. Ты должен иметь талант. И самое главное, понять, что кроме этого, ты ничем не должен заниматься. И тогда у тебя из поклонников появляются фанаты, и они, кроме любви, дают тебе еще пропитание. То есть ты можешь жить за счет этого.
а потому что ты просто выходишь на сцену, и тебя кричат уже «Вау!» Ты можешь выйти и сказать «Я вас и слышу!» И тебе говорят «Вау!» Ну и ты следующий выйдет, им все равно. Поэтому очень много на сцене случайных людей. Они появляются и уходят, появляются и уходят. А сыбата у них уже разбита, они уже вкусили вот этого. Ну как же, я стоял, мне там «Вау!» Мне тебя не слышал. На самом деле, они не тебе кричали, они кричали некому человеку, который просто стоит на сцене. Не важно, что штекер гитару вставляет кому-то. Уже. Я же сам был и видел, там, приезжал, там, Deep Purple, бежит человек, штекер, вот я с удовольствием на его месте был. Ну, условно. То есть это совет всем исполнителям, находясь на сцене, все вот эти рукоплескания не нужно. Да нет, их надо делать, нужно принимать близко к сердцу. Понимать, да, не обманываться, не обманываться. Особенно, если ты выходишь в большом концерте, и где еще звезды выступают. И публика, она же пришла, она в хорошем настроении. Кто бы на сцене не появился, что бы ни кричал, они будут тебе, как правило, кричать «Вау!» Особенно, есть такие слова, ну, простые, манки. «Я вас не вижу, ваши руки, я с вами, там, я люблю у вас город, девчонки где?» На них все отвечают. Но это не значит, что сойдя со сцены, тебя хоть один человек узнает и подойдет, и узнает, как у тебя вообще настроение, вообще кто такой. А тебе ж надо жить, а ты уже бацилл, ты уже вот укололся этим, не буду говорить, плохим веществом. Чем-то плохим, да, не будем чем-то говорить. Плохим укололся, и оказывается, что ты король мира. Вообще, как только ты считаешь, это даже относится к талантливым людям, что ты на вершине мира, вышел и сказал, все, я на вершине. Ты должен четко понимать, что следующий твой шаг уже будет вниз. Потому что вершина, она же, это же пик. Да, и раз все, что налево, зелень, направо, это уже только вниз. Неизбежно ниже. Конечно, да. Естественно. Поэтому я вот никак на вершину мира не зайду. Вот, ну, никак не получается. Может быть, я уже никогда не зайду, я карабкаюсь, пока не получилось. А может быть, вы уже там просто не хотите себе в этом признаваться, дабы подниматься выше и выше. Я лукавлю, я очень люблю удивляться. Вообще, самое большое удовольствие, вообще, когда ты взрослеешь, я ведь уже не юный парень, а ты все больше и больше понимаешь, что ты ничего не знаешь. И чем старше ты становишься, тем больше ты понимаешь, что я вот этого. И я в себе ценю умение удивляться. Вот я реально обожаю удивляться, обожаю встречать молодых людей, которые чем-то учат меня. Как-то я думаю, вау, значит так просто, почему я этого не знаю? Я такого человека очень люблю. Мне вот интересно, вот как вот вы такой человек, верящий в чудеса, больше того, в Деда Мороза, любитель удивляться. Я знаю, да, вы были организатором концертов многих коллективов, в том числе Бонни М. Бонни М, да, конечно. И это было время такое, когда они только поехали. Я к чему? К тому, что там же вот как раз-таки должна быть такая хватка больше, какая-то вот предпринимательское, что ли, прагматично, вот нечто более приземленное, как мне кажется. Ну, я попробовал, я понял, что мне это неинтересно. Я ведь... Но у вас это получилось. Ну, получилось, да. Потому что коллективы исколесили все крупные города СНГ. Конечно. Ну, если у меня это получается, не значит, что я собираюсь это делать в своей профессии. Просто в процессе я получил фан. Мы вместе выступали. Они там, я делал пародию даже какую-то. Они выходили, удивлялись на русском языке. Я там «I saw you dancing», вдруг... Там я с Якидо ездил и придумал. Ну, фан и фан. Дальше я не хочу быть... Вообще процесс зарабатывания денег, это процесс скучный. И нужно четко понять, это мое личное отношение, что жизнь настолько скоротечна, что если посвятить свою жизнь зарабатыванию денег, это неправильно. Это... Ну, ведь тоже, да, вот... Без денег-то нельзя. Нет, ну, конечно, деньги, но это глупо, когда выходит человек и говорит, ребята, нет, ничего не нужно. Конечно, нужны деньги. Деньги дают свободу, деньги дают кайф. Независимость. Конечно. Какую-то. Но просто когда ты упираешься и все, свою свободу вкладываешь, чтобы заработать деньги, так у тебя и нет свободы, тогда... То есть просто какую-то планку задаем, да, конечно. Вот необходимую для того, чтобы жить. Вот я почувствовал. Здесь и сейчас. Я хорошо заработал с ними, но я к концу, там, к концу гастроли понимал, что мне это неинтересно. Это кайфовая вещь. Я в эту реку уже зашел, уже перешел. Надо дальше чем-то заниматься. По поводу удивления, можешь не поверить, ну поверь на слово, я хожу на все детские мультфильмы. У меня есть рейтинг своих детских вообще мультфильмов. Я считаю, что самый высший шаг в массовом искусстве – это люди, которые делают мультфильмы, особенно 3D-шные. А почему? Ну, не только 3D-шная. Почему? Потому что... Нет, я в глубине души согласен, просто хочу этот аргумент услышать. Потому что взрослому дяде или тете сделать так, чтобы это могло удивить ребенка, в принципе, можно. Это сложно, конечно, но можно. Но чтобы это удивило меня, прожженного дядьку, который уже все видел, и чтоб я сидел, и там Рапунцель, или там головоломкой смахивал слезу, или там Белоснежка и снимал,
и был этим захвачен, это надо быть очень крутым. А почему 3D? Вот, на мой взгляд, 3D это как раз-таки, ну, не имеет отношения вот, к какой-то духовности, это просто, ну, спецэффект. Ну, мне нравится. То есть 3D. Что-то техническое. Мне нравится. Мне нравились фильмы рисованные в старые добрые времена, причем советские еще тоже были потрясающие. А потом был какой-то провал, пошли вещи, которые мне не очень нравились. Больше экшеновые. А когда появились 3D, ну не знаю, ну боже, это тот единец, который мне нравится. Я с удовольствием смотрю не 3D-шное, но вот если есть возможность 3D, IMAX или просто на экране, я стараюсь посмотреть в 3D-шном. Ну, если уж мы об этом заговорили, не считаете, то, что вот вся вот современность, технический прогресс, он ухудшил? Да что за чушь? Ну как? Что просто, сейчас... Нет, я тоже так не считаю, но просто вот бытует мнение, мол, раньше все делалось вот на природе, то сейчас хромакей, то есть не было 3D, все было. Я с такими людьми стараюсь не общаться. Вообще, как только я начинаю слышу нытье и жевание соплей, что вот в наше время, вот сейчас молодежь, и что это такое, подумаешь, компьютер, если бы у нас были компьютеры, мы все... Да это ерунда. Не хочу даже это обсуждать. Я просто никогда не мог это объяснить. Вот надеялся, что вы объясните, что это ерунда. Как мы жили без мобильных телефонов, я понять сейчас не могу. А ведь жили. Вот нужно встретиться с человеком, идешь на другой конец города, звонишь в дверь, человека нет, и ты не расстраиваешься. Ну ведь моя бабушка жила и без этих автоматов по 2 копейки. А когда-то люди жили и без света. А почтовых голубей посылали. Нормально. Да. Ну и что? Ну теперь давай хныкать. Ну что, вот вы, когда почтовые ГО, вот тогда была конфиденциальность полная. А вот сейчас любой взял и прочел. А может, его тогда сбивали? То есть тогда просто это можно резюмировать как-то? Не надо сравнивать вот эпохи, времена, просто вот мы живем здесь и сейчас, это наша данность и... Да мы живем здесь еще, вот сию. То есть не надо говорить, там раньше было хорошо, раньше было плохо, а вот потом будет еще лучше. Нужно принимать вот день сегодняшний таким, какой он есть, так? Если человечество решило, что сейчас нужны такая техника, такие песни, такие клипы, такое кино, такая одежда, значит, надо этому, это можно критиковать, можно с этим не соглашаться, но при этом выставляя альтернативу, но не все, ну, не обругивать все, что сейчас, это плохо, раньше деревья были лучше, и знаешь, меня всегда убивает, вот, умиляет вот такая вещь, старые добрые времена, почему старые должны быть добрые, люди друга мечами рубили, вилами кофе, нет. Старые, добрые. Это опять же клише, да, видимо, связано с выражением «хорошо там, где нас нет». Конечно. Может, конечно. Ну, прям философия. Я думаю, если вот нас кто-то сейчас услышал, а нас услышали многие, кому-то стало жить чуточку легче. То есть мы живем, друзья, днем сегодняшним и радуемся тому, что происходит с нами сейчас. Да, конечно. У нас происходит, в наше время происходят тоже великие открытия. Просто есть циклично. Бывает, что весь, все мировое... Аура, она тоже, что она не стоит, она двигается. Я не буду сейчас сферы, я не хочу, это у нас не научная программа. Но когда мы говорим, вот сейчас, предположим, застой, возьмем мою профессию, шоу-бизнес. Я обычно говорю, а что, в мире что-то происходит значительное? Где гений мирового значения? Их тоже сейчас нет. Поэтому пенять то, что у нас сейчас, это временное явление. Пройдет время, и опять появится что-то. Вот и все. Но это не значит, что раньше было хорошо, а теперь стало плохо. Нет. Время, волны. Теория волн, да? Струн, волн. Вот я ж чайка, у меня же ближе к волнам. Все хорошо. Мне нравится. У меня только. Единственное, о чем я жалею, время очень скоротечно. Все быстро, быстрее идет. И все время больше встречаешь вещей, которых ты уже видел, и ты уже удивляться не можешь. Очень хочется удивляться. Я все возвращаюсь к своей теме. Только удивление. Мне всем интересно, а вот что еще, кроме мультфильмов, удивляет? Ну, я не такой же дебил, что мне только мультфильм. Нет, я не хотел сказать. Это более того, я это и не сказал, просто хочу услышать. Книги, человеческие отношения, девушки, ощущение любви. Все это. Ведь каждый раз ощущение любви, оно удивительно. Оно удивительно, но каждый раз по-другому. Ощущение. С чем вот мой организм его смирится, только с ощущением потери близких. А просто когда ты становишься старше, ты теряешь близких, родителей, друзей. Вот с этим смириться нельзя. Все остальное это по каждый раз. Да, я же говорю, любовь, когда ты встречаешь свою любовь, и чувство понимаешь, что оно каждый раз по-другому. А вот заговорили о любви, вот говорят, что нельзя что-то созидать, не будучи влюбленным. Это имеет место быть или как? Ой, ну у меня другая история, что у меня. Я написал очень много грустных песен. Грустных, трагических, печальных песен о любви. Это не значит, что они плохие. Одна из них является моей любимой. Но они все пишутся только в момент, когда у тебя есть любовь. А веселые не пишутся, когда... Нет. К-
Как так? Объясню. Ну, как мне кажется. Нет, мне интересно. Потому что, когда у тебя есть любовь, ты все время экстраполируешь в своем сознании, что может быть, если ты ее потеряешь. И ты все время видишь эти печальные концы, что ты потеряешь любовь. Как будет? А когда у тебя нету, тебе терять нечего, тебя не торкает на создание чего-нибудь такого глобального, что будет произойти, если ты свою любовь потеряешь. И тогда ты пишешь веселые песни, тебе хочется увлечься чем-то другим. Любовь, это она, душа как бы поет, но все время ты боишься, а вдруг она уйдет, а вдруг тебя кто-то заберет, а вдруг это не по-настоящему. Ты все время анализируешь, и страшный сон, ты влюблен, рядом, ну все хорошо. А если ты один спишь, ты не вскакиваешь, и не вздрагиваешь, и не пытаешься нащупать рядом. Прям просветили, я вот никогда не мог понять, действительно, возможно, да невозможно, раз вы говорите, так оно есть. Только когда ты что-то имеешь, ты боишься это потерять, по-настоящему. Что-то имеешь, ты боишься это потерять, и ты об этом пишешь. О своих страхах. Ведь художники пишут о своих скелетах. Правильно? Иначе о чем писать? Иначе это... Вот когда ты приоткрываешь скелет, достаешь, облюбовал его, дальше какой талант. Насколько ты этот скелет можешь правильно подать публике? Но ты свои скелеты пишешь в интимной обстановке, когда ты чем-то возбужден, вот чем-то одухотворен. Давайте посмотрим клип на вашу песню, и вы расскажете, как она была написана. Виктор Чайка, куда ты денешься? А, вот оно как. Зашла ко мне средь бела дня, красивая, нарядная. Взглянули колко на меня. Глаза твои прохладные, прошлась коленками дразня, мол, делай ставки крупные, уже бывали у меня такие недоступные, уже бывали у меня такие недоступные. Куда ж ты денешься, куда ж ты денешься, когда согреешься в моих руках, в словах заблудишься, потом забудешься, потом окажешься на облаках. В словах заблудишься, потом забудешься, потом окажешься на облаках. Отпив глоточек коньяка, пускаешь дым колечками и намекаешь свысока, что мне ловить здесь нечего. Куда ж нам маленьким давать величество, высочество, но в уголках надменных глаз я видел одиночество, но в уголках надменных глаз я видел одиночество. Куда ж ты денешься, куда ж ты денешься, когда согреешься в моих руках, в словах заблудишься, потом забудешься, потом окажешься на облаках, в словах заблудишься, потом забудешься, потом окажешься на облаках. Учти, я опытный игрок, не знавший поражения, сейчас пойдет по нервам ток большого напряжения, и ты отпустишь тормоза, и вся надменность кончится. Можно то, чего нельзя, когда уж очень хочется. Ведь можно то, чего нельзя, когда уж очень хочется. Куда ж ты денешься, куда ж ты денешься, когда согреешься в моих руках, в словах заблудишься, потом забудешься, потом окажешься на облаках, в словах заблудишься, потом забудешься, потом окажешься на облаках. Опа, давай, давай. Куда, куда, куда ты денешься, когда согреешься в моих руках? Куда ж ты денешься, куда ж ты денешься, когда согреешься в моих руках? В словах заблудишься, потом забудешься, потом окажешься на облаках, в словах заблудишься, потом забудешься, потом окажешься на облаках.
Прямой эфир, телеканал Music Box, Виктор Чайка. Уже, кстати, не один, мы об этом позднее поговорим. Если вкратце можно, куда ты денешься, как была написана? Она веселая. Веселая, конечно. Возвращаясь к теме, да, то, что веселые песни пишутся, и клип веселый, конечно. У меня есть большая моя подружка по жизни, очень классная тетка Лариса Рубальская, поэтесса есть такая. И мы с ней написали очень много песен, известных, хитов на всю страну, бла-бла-бла. И она мне как-то говорит: слушай, мы столько написали песен, а вот для тебя я ничего не написал. И дает мне текст, где написано: «Прощай, ты больше не моя, тебя запомни, я на ощупь». Я говорю: Лорик, ну это как бы песня массажиста на могиле клиентки какой-то своей. Ну, и она мне говорит: хорошо, ладно, не хочешь, пожалуйста, давай. Вот и написала мне текст: куда ты денешься, когда разденешься. Причем я не пел, я пел: куда ты денешься, она более радикально оказалась. А почему не оставили тот вариант? Я стеснялся. Я стеснительный, а детский мальчик. Я не могу петь: куда ты денешься, когда разденешься. Прям уж и стеснительный. Мне надо петь так, чтобы... И так же все понятно, правильно? Песня была написана к ее творческому вечеру. Это же песня-шутка была. И кто мог ожидать, что она станет популярной, что мне придется снять клип. Я снял клип вот в стиле веселых ребят. И я знаю, что несколько поколений замечательных девушек выросло на этой песне. Спасибо Ларисе. Вот и все. Вот вся преамбула этой песни. Но я скажу... Она не характерна для меня. Но когда мне пришлось 2-3 раза в концерте до сих пор петь эту песню, я, конечно, в шоке. И тем не менее фраза «Куда ты денешься, когда разденешься» ушла в народ. Я знаю. То есть и песня хит, и фраза крылатой стала. Олег спрашивает: Виктор, а споете вы нам сегодня? Я так понимаю, все звезды сходятся, потому что вопрос от Олега. Можно я отвечу? У Виктора гитара. Можно, конечно. Нет, Олег, сегодня петь я не буду. А гитара — это просто подставка. Мы не ведем себя логично. Ну и все же, я так понимаю, неспроста. Да, неспроста, она немножко не строит, но я думаю, нас всех простят. Неспроста почему? Потому что... Ну, вообще-то я играю на барабанах, я вообще очень хороший барабанщик, очень крутой. Более того, один из лучших в стране. Да. Я тогда не договорился, что я, прежде чем стать композитором, я уже стал бла-бла-бла, и замечательным музыкантом, и играл в лучших коллективах, и то. Но гитара. Я когда попал в армию, кстати, я служил 2 года, как в школу сержантов из Одессы попал. Я тогда только на скрипочке играл. Первую же ночь, нет, вторую ночь меня сержанты поднимают, но они прошли личное дело. Кто, что, музыкант, приводит коптерку, я думаю, ну, будут бить сразу. Мне говорят: ну, давай, музыкант. Они говорят: музыкант, я говорю: да. Ну, давай, дают мне, говорят: давай, музыкант, играй. То есть вообще, если ты музыкант, это в армии это помогает. Я от многих слышал. Сейчас я расскажу. Я говорю: ребят, так я не умею. Что значит не умею? Из Одессы? Да. Музыкант, да, играй. Я говорю: так я вот на скрипке. Думаю, ну, буду час бить, наверное. Я говорю: так, вот тебе гитара, вот тебе неделю времени, через неделю... Мотивация, в принципе, хорошая. Но не то слово. Если кто-то хочет научиться, друзья, прямиком в армию. Да, я школу сержантов желательно, вообще школа жизни дурака. Вот, через неделю я уже, поэтому на гитаре я самоучка. Тем не менее, спою буквально так, покажу парочку песен, которые в моей авторской репетиции. Если ты узнаешь их, обычно я на концерте прошу, вы аплодируете, я тогда сразу дальше буду. Но если ты узнаешь, можешь подпевать. Давайте. Слышишь на гитару? Я, по-моему, узнал. А не зимний ли это сад, которую неделю метут метели, не видно неба над землей. И вдруг в такую вьюгу столкнулись мы друг с другом в саду, где встретились весной. И зимний сад белым пламенем объят ему, теперь не дай весны. Зимний сад белым сном деревья спят, но и как нам цветные снятся сны. И так далее. Я прошу прощения, что влез и испортил песню. Просто Виктор меня попросил немного поучаствовать. Вот, конечно. Я себя переборол.
что-то... Ну, у нас же интерактив. Что-то свое показал. Интересная вещь, сейчас сразу отвлекусь. Что такое судьба песни? Угу. Этот текст «Зимний сад» написал Симон Асиашвили. Угу, знаю. С которым я познакомил Павел Слободкин, мой руководитель «Веселых ребят», который поверил, что я могу быть просто барабанщиком, но и композитором. Симон Асиашвили текст «Зимний сад» написал для песни Давида Тухманова, которая потом стала называться «Мокрый снег». То есть Давиду Тухману песня «Мокрый снег, мокрый...» Не, ну в принципе сходится. Так вот, Симон написал текст на музыку Тухманова, Тухманову не подошло, Симон отдал мне, и я написал песню «Зимний сад». Вот что такое судьба. Ну повезло, как считаете? Конечно, повезло. Вообще, рождение песен – это колоссальное везение. Почему? Мальчики, девочки, очень важную вещь скажу, как композитор. Песня – это совместный труд. Я об этом, кстати, говорил сейчас на Евровидении, когда Полина Гагарина выступала. Это совместно, это не то, что вышел певец, и все думают, вот, это композитор, поэт, аранжировщик, звукорежиссер, музыканты, осветители. Все это вот как то, что мы видим, это большой, и самое главное, очень должен быть влюбленный труд. То есть людей, которые верят в то, что вот этот мальчик или девочка в конечном итоге классно сделает продукт. Никогда не бывает, что это кто-то. Если кто-то рассказывает, что я сам все это делаю, чушь полная. Но, к сожалению, большинство людей-то считает, что главный тот, кто с микрофоном, и забывает это о... Хорошо. Хорошо, да, это? Это хорошо, конечно. Конечно. Мне все равно, когда Месси забивает голы, что у него есть тренер, что у него есть массажист, что ему кто-то шьет бусы классные, плохие. Иди в плохих бусах забей, китайских, и забьешь, хороших забьешь. Мне, я хочу удивляться Месси, но я при этом держу в голове, что это большой труд всех людей, которые, и всей конечно, команды, конечно, которые из него делают. Ну, это нормально. Вот еще песня была. Ты не ангел, но для меня ты стала святой. Ты не ангел, но видел я твой свет неземной. Пусть не ангел ты, но если мне темно, приносишь ты счастливую весть. Пусть не ангел ты, мне это все равно, ведь для меня сошла ты с небес. Ну, вот такой подворотник, как в Одессе, как у нас. Да, это же опять Глызин. Ну, конечно, то ли воля, то ли неволя, мне без любви даже рая не надо. Рай без любви называется адом. В нем так горько и безотрадно. Вообще, я должен сказать такую вещь. Как вы так быстро перевели? Я просто далек от всего этого. Рассказываю секрет. Мне как-то в Одессе, я приехал к друзьям, сидел так же с ними на пляже, играл свои песни. Ну так, правильно, как положено. Кто-то мне подходит, говорит, ты говорит, меня не знаешь, лишь чайка. Меня зовут Жора. Вот ты меня не знаешь, я тебя знаю. Я очень много лет был в местах там таких. Вот ты вот сейчас пел песни, это же твои песни? Я говорю, да, он говорит, их неправильно поешь. И Жора показал... Жора взял гитару, и он мне показал. Вот так. Вот они. И народ сразу начал подпевать. А я до этого там что-то выводил кренделя, никого не было. Вот как Жора сказал, вот как подворотник, как во дворе. А считаете важным вот именно исполнение? Вот одна и та же песня исполняется по-разному, и в одном случае хит, в другом случае в небытие. Конечно, мне повезло. Если бы у меня первым исполнителем не был Леша Глызин, я не пел песни, и Ира Олегова не пела бы моих песен, то, конечно, от исполнителя важно. Я услышал этот голос, но я был лукавил бы, когда говорят, ну вот вы создали столько проектов. Да нет, мы вместе сделали. Но мне повезло. Мне никогда в жизни не приходилось стоять с нотами на этих, когда собирают свои исполнители, и подходить, и пока, у меня такая песня, вы послушайте, нет, меня как вот, я написал «Зимний сад», но у меня был сразу исполнитель. Правда, я для этого 6 лет поработал. Ну, кропотливый труд, опять же, да, возвращаясь к этому. По поводу Юрия. Не говорил, расставал, как правильно, как Жора показал, как нужно петь. По-жориному. По-жориному. Жора ставил. Не говорил, расставаться полезно, все-таки сбылось. Твоей побывала проездом, и поезд унес. Там без меня догорают осины, желтая грусть. Мне расставаться невыносимо, но я не вернусь. Я так молила, позови, но ты молчал. Я так молила, удержи,
и тогда не удержал. Я твой транзитный пассажир, ведь час расплачет меня, увы, никто не ждал. Ты был транзитный мой вокзал. Спасибо, Жорик. То есть, то есть столько лет дожили и не знали, как я не надо. Знаю. Я там всегда стою. А вообще прислушиваетесь вот к мнению зрителя, слушателя? Конечно. У меня все концерты, вот, ну, мои выступления, конечно, их сейчас не так много, как было раньше, как бы мне хотелось, но они есть, слава богу. Они у меня интерактивные, потому что у меня любой человек может выйти, вплоть до того, чтобы выйти у меня на сцену и показать, как нужно спеть песню. Или спеть со мной. Ну, почему нет? И вообще... Это поэтому вы меня вписали в эту авантюру, чтобы я тоже сидел и пел, да? Ну, конечно. Своего рода интерактив, понятно, да. Естественно. И если спросят... Теперь народная песня. Угонщица! Если спросят меня, где взяла, я такого мальчишку сладкого, я отвечу, шо? Шо? Угнала, как чужую машину девятку, угнала у всех на виду. Так открыто, шо? Обалдели, обалдели все. Никогда ты имей в виду. А не верну тебя бывшей владелицей. Я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтою моей хрустальною. Угнала тебя, угнала. Ну и что же тут криминального? Подпевая, я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтою моей хруст. Два голоса, видишь, как у нас прошел? Видишь, я что-то остановился. Я испугался, я взял второй голос. Это я взял второй голос. Неважно, значит, ты взял. Ну поверь, вот так и тот же сам зритель приходит на концерт. Ты же сейчас делал-то в удовольствие, правильно? Не испугался. Так не бойся, мы все можем. Вот это вот дело, мы что-то делаем себе в удовольствие. Себе в радость. Вообще не понимаю, когда... артист, к нему народ приходит, а у него плохое, он выходит и говорит, у меня плохое. Мне только что в гримерке не поставили воды с пузырьками, которые я просил. Капризный. Я буду плохо петь. Тебе люди пришли, они могли пойти куда угодно, они купили билеты, заплатили своими деньгами за твой билет. Женщины в салон сходили, сделали мейкап, пошли купили цветы, приехали, смотрят сериал, пришли на тебя, урода, а у тебя пузырьки поставили не с теми. Это ужасно, поэтому... У вас райдер простой? У меня райдер простой. Или его вообще как бы, Ну, самый простой, самое главное, чтобы был зритель в зале. И, ну, даже если приходит, предположим, 10 человек, а в зале пришло 100 человек, а в зал на 1000. Эти 100 не виноваты, что 900 не пришли. Согласен. Им надо такой же сделать фан, как будто бы весь зал. Потому что они же пришли, вот они есть настоящие твои. А обычно выходит музыкант, звезда. Ой, в зале мало людей. И относится к этим людям, как будто они дураки. Да они самые твои преданные фанаты. Те уроды не пришли, а эти пришли. Их надо любить, надо им в два раза больше спеть песен в этот момент. Мне все понятно, почему вас любят зрители и слушатели. То есть вот с такой идеологией, мне кажется, иначе просто быть не может. Ну иди меня заставь куда-то. Если я пришел, я хочу, значит, я не зря. Я хочу относиться к людям, которые пришли на меня. Я благодарен каждому, потому что я бы тебе сто раз подумал, пойти бы на давайте меня. Давайте еще что-нибудь народное. Народное? Я загорелся. А давай, знаешь, что лучше сделаю? Сделаю то, что не делаю никогда. Потому давайте. Что народного будет много. Ага. А спою то, что я романсы сочиняю. Это для души. И исполняю их на концерт. Но, как правило, они идут для друзей. Угу. Вот потому что романсы никто не пишет, их продать нельзя. Это не товар для композитора. Некоммерческий, да? Некоммерческий. Угу. Он никому не нужен. Вот я иногда себе представляю, как бы я писал, если бы я жил в 19 веке. И там, на рассвете русской словесности. И балую себя такими вещами. Угу. Пишу, можно? Вот, лучше я это сделаю, чем спою и так уже народную песню, написанную мной. Поехали, да? Конечно. Ну это серьезно, это не для друзей только. Такие письма надо жечь, не распечатав, не читая. Да разве лед бросают в печь, пусть даже он в огне не тает. Перечитал письмо опять, в нем мало слов и много точек. Ну что в ответ мне написать? У вас такой красивый почерк. Нам не заполнить пустоты.
что между нами, как преграда. Напрасно вы мои цветы пересадили в угол сада. Я никогда вас не пойму, и вы меня, наверное, тоже. Зато мы знаем, почему любовь на праздник не похожа. Перечитал письмо опять, в нем мало слов и много точек. Ну что в ответ мне написать? У вас такой красивый почерк. Браво. Мне, знаете, во-первых, песня понравилась, думаю, не только мне, а еще и телезрителям, и очень приятно, поскольку вы ее обычно исполняете для друзей. Для друзей. Это значит, нас вы считаете своими друзьями? Конечно. Потому что, о чем я тебе рассказывал час? Вот час до этого рассказывал. Вы меня позвали. Нас сидят слушать. Вы лучшие мои друзья. У вас самый лучший в мире музыкальный вкус, потому что позвали меня. У этих ребят, которые слушают и смотрят мои клипы, самые лучшие в мире ко мне отношения. Это самые мои близкие друзья, конечно. Я же об этом только что рассказывал. Я под впечатлением. Давайте что-нибудь вот такое, прям эдакое. За финалем мы будем уже прощаться. Час, да, так быстро и истекает, о чем я и говорил в самом начале, к сожалению. Может быть, что-нибудь ты меня спросишь такое, чтобы я уже не возвращал. Мне, знаешь, тяжело перестроить. Может, я еще начну петь грустные песни, и вы мне будет... Или же попури выдавать. Давайте я вас спрошу. Да. Виктор, вы еще раз к нам придете? Ты знаешь, чем старше живешь, тем больше понимаешь, что друзей, вообще понятие друг или люди, которые ты чем-то приятен, интересен, их... Ими надо дорожить, и ими нельзя разбрасываться, и самое главное, что это и есть смысл своей жизни, потому что мы живем ради коммуникации, ради общения. И вот я сейчас поеду домой, у меня будет приподнятое настроение. Ничего не произошло, у меня будет... Я посчитаю, что день прошел хорошо. Это дорогого стоит. Конечно, я приду, я буду готов приходить каждый день, сколько меня будете звать. Вот это мне не приносит денег, и не приносит славы, это мне приносит удовольствие. А вот удовольствие... Можно отдать все, что угодно. Добавить нечего, дамы и господа. Виктор Чайка, и этим все сказано. Телеканал Music Box. Слушайте хорошую музыку. Меня зовут Вячеслав Ловчиков. До скорой встречи, Виктор. Приходите. Конечно, с удовольствием. Пока-пока. Я рисую музыку любви, по утрам купаясь в небе синем. Это небо есть в моей России, а любовь живет в моей крови. Рассвет любви небесный мне приносит песни. В каждой песне музыка души. Под свет любви небесный пусть на земле воскреснет королевство мира и любви. Пусть над нами каждый день и час наш рассвет на небе будет светел. Пусть на нашей маленькой планете свет любви всегда согреет нас. Рассвет любви небесный нам приносит песни. В каждой песне музыка души. Под свет любви небесный пусть на земле воскреснет королевство мира и любви. Мы рисуем музыку любви, по утрам купаясь в небе синем. Это небо есть у нас в России, а любовь живет у нас в крови.
Иисус на земле воскресне, королевство мира и любви. Под свет любви небесный, пусть на земле воскресне, королевство мира и любви. Песни, музыка души, подсвет любви небесный, пусть на земле воскресенье.